Тайская полиция усилила меры безопасности возле достопримечательностей и в местах большого скопления людей в Бангкоке, включая аэропорты. Подобные меры предприняты и в соседних со столичным округом провинциях. Эти действия стали ответом на сообщения о готовящихся в конце октября терактах. По данным Национального совета безопасности, в провинции возле Бангкока вооруженная группировка готовится осуществить подрывы заминированных автомобилей. Информация о возможных терактах поступила всего через несколько недель после смертоносных атак, потрясших южные регионы Таиланда. Тогда погибло 4 человека, десятки были ранены. Это площадь близ популярного храма Эраван. В прошлом году здесь был совершен теракт. В результате взрыва погибло более 20 человек, в основном туристы. Местные торговцы говорят, что обеспокоены ситуацией в стране. «Очень беспокоюсь. Так много всего происходит в Таиланде. Вот почему я переживаю». Впрочем, туристы по-прежнему готовы приезжать в страну. «Сейчас любой мегаполис в мире немного опасный. Они мишени для атак террористов. Но пока я чувствую себя в относительной безопасности». «Я немного переживала по поводу этого. Родственники сказали мне, чтобы я в Бангкоке была осторожной. Я, конечно, к ним прислушалась. Пока все хорошо». Полиция говорит, что к недавним атакам причастны исламистские сепаратисты, действующие на юге страны. Доходы от туризма в Таиланде составляют 10-ю часть ВВП. Последнее десятилетие число иностранных гостей постоянно уменьшалось. Повлияли и 2 военных переворота, и недавние теракты.